Бой начинается. Ну что ж, получим мастера на ковенантере. Ковенантер — это ветка Кромвеля. Очень хорошая ветка, начиная с круизера МК-3 и до имбы Крома. Не нашел, что означает слово ковенантер. Вообще, ковенант — это завет. Ветхий завет, старый, новый завет. Но также это юридическая обязанность совершить что-нибудь. Вот сейчас мы будем совершать пробитие. Что-нибудь, раз уж нас обязали. Кстати, есть такая шведская индастриал поп-группа Covenant. Есть норвежская группа Industrial Metal, тоже Covenant. Но с первой буквой К, а не С. Пробитие. Цель понял. Пробитие. И как есть раз норвежская пробитие. Мне нравится. Есть пробитие. Пробитие. Уничтожен. Идут потери пакетов. Прицел болтается, как сосиска в проруби. Не пробил. Не пробил. Много жирных соперников непробиваемых. Приходится заряжать голду. Есть пробитие. Пробитие. Не пробил. Пробитие. Уничтожен. 5 из 10 золотинок уже потрачено. Жирная еще есть Матильда и был ДВ-2. ДВ-2 уже съели. Матильда — самый страшный враг, потому что он зеленый игрок. Плюс непробиваемый. И она прячется где-то рядом со мной. Поэтому приходится сидеть в кустах и ждать, пока она засветится, чтобы продолжить какие-то действия. Команда вся собралась в горах. Базу отдали. Противник может просто встать на захват. Цель понял. Есть пробитие. Пробитие. На записи видно, прицел слева есть летит пробитие. Вправо. Цель потеряна. Вот такие жесткие лаги. Долбано 66. Хитрый маленький рачок. С моим болтающимся прицелом его ерзание пробитие. Проблематично для меня. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Ушел таки. Как ни странно, команда умудрилась там всех покрошить и бодро ползет изо всех сил к базе. Хорошо, что не раком. Но противнику не имется. Есть пробитие.
Есть пробитие. Броня не пробита. Вот так, один рикошет, и фраг тебе не достается. Ладно, пора сбивать. Матильда, конечно, страшный зверь, но делать что-то надо. А вот и Матильда, значит, там остались только печеньки. Сначала разбираемся с печеньками. Цель захвачена. Поставить цель. Есть пробитие. 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 Цель понял. Уничтожен. Эпс. Вот так. Опять. Два фрага уже из-под носа увели. А ведь мог взять воина. Но тут становится понятно, что Матильда всех съест просто-напросто, захватить мы не успеем, поэтому приходится ехать к ней. И промазывать. Сразу переключаемся на голду, потому что она непробиваема, но золотинок всего 5 штук. Пробитие. Пока ее отвлекают, надо успеть ее разобрать. Пробитие. Наводчик последний. Разброс увеличивается. Пробитие. Ах ты, 8 копеек. И эти 8 копеек ничем не пробить. Не пробил. Ни в нижний бронелист, ни в гусеницу. Значит, будем ныкаться и ждать, пока можно будет заехать сзади. У нее там есть мягкое место. Если она просто попрет прямиком на меня мордой, мне хана. Но ей надо сбивать захват, к счастью. Ей хочется меня съесть, но у нее всего 17 секунд. Одна секунда, и она таки успевает сбить захват. За это я ее съедаю.